На самарской сцене ансамбль песни и пляски воздушно-десантных войск России из Москвы. В концертной программе патриотическая музыка, хореографические и вокальные номера. Коллектив уже третий раз приезжает в столицу региона в рамках всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски Вооруженных сил Российской Федерации. Мы очень любим Самару и надеемся, что Самара тоже нас любит. Это главное событие для нас. Это такое мероприятие, которое, во-первых, показывать себя другим ансамблем, кто есть кто, всегда есть соревновательный элемент, потому что мы приезжаем в самые далекие уголки нашей Родины. В этом году фестиваль юбилейный. В Самарской области выступают 12 ведущих армейских коллективов Центрального, Южного, Ленинградского и Восточного военных округов, Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов, а также ансамбли воздушно-космических сил, ракетных войск стратегического назначения, воздушно-десантных и железнодорожных войск. Они исполняют программу «Будущее Великой России». Они прославляют нашу Великую Россию, наших воинов, нашу историю, искусство русских композиторов, классиков. Поэтому это необходимо сейчас. Наша задача – нести это искусство, передавать свое мастерство будущим поколениям. Важно приобщать, чтобы народ к культуре приобщался. Это очень интересно детям, взрослым. Фестиваль проходит в формате конкурса. В прошлом году обладателем гран-при стал ансамбль песни и пляски Северного флота. Увидеть выступление коллективов можно до 6 июня. А 8 числа состоится церемония закрытия и награждения победителей фестиваля. Полина Чулюкова, Константин Головин. События.